Всем привет, дорогие подписчики зрители канала. Меня зовут Кейн. И мы продолжаем проходить Half-Life 2 Kinematic Mod. Мы сейчас в сети 17 подземки, как вы можете заметить. Опять эти сраные манхаки. Вот они, красавцы, летят. Ладно, я вас не буду мешать. Точнее, вам не буду мешать, да вы там убивайте их. А я пойду своей дорогой. Так. Давай, проходи. А я гляжу, вы неплохо справились. Молодцы. Ладно. Сука. Ну прям капец не точно. Ай-ай-ай-ай. Жаль. Сука. Че там застряли? Алло. Не, в принципе, я не против. Ничего не имею против. Что он вообще прям слабенько машину толкает. Гордон Фриман, это ведь вы! Одну! Я заложу несколько зарядов и взорву проход. Давай. Пройдет все нормально. Так. Ой, сука, сдохни, блядь. Походу здесь комбайна больше не будет. Сейчас только после чисто с манхаками разберемся. А, уже все. Красавчик, быстрый. Не надо. Все серьезно. Хорошо, что вы в костюме. Так думаешь, что это хорошо? Давай, лезь. Хоп. Давай, прыгай. Ну-ка. Давай, потихоньку, полегоньку. Нет. Ой, я кого-то раздавил. Охренеть.
Ну-ка, я сюда залезу. Ага, залез. Неплохо. Ой, ящички. Уже открыл. Ты не видишь, я ушел. Загрузка что-то долгая. Прум-пум-пум-пум. Давайте, власть, ублюдок. Еще один. Ну сколько у вас тут? Вроде все. Вроде все. Доктор Фриман, если вы ищете где бы затаиться, то здесь небезопасно. Прям таки невыносимый. Капец, какая-то прям перестрелка. Тихо, тихо. Что-то тут прям немного мне подвисает. Спроси. Не буянь. Че, может ты дверь откроешь? Да неужели? Эй, это же Фриман, давайте-ка за ним. На помощь! Живой еще, Майка? Готов, красавчик. Так, что тут у нас? О, патроны для магнума. Давай, пусти меня. Хорошо, проходи. Спасибо. Ух ты, прикольная картина. Так. Да, здрасте. Неплохо, спасибо. Я знал, что ты здесь будешь. Худощавая тварь. Такс. Неплохо. Где ты? Окей. Откуда? На тебя. Сохранение. Давай лезь.
тихо. Мы хотим присоединиться к вам, доктор Фриман. Да, может... Это же Фриман! Тогда я тоже с вами! На, вот, подлети! Йоу! Ладно. Зарядите, доктор Фриман! Ты еще живой? Обалдеть. Блядь. Только тут больше, чем я думал. Еще одни. Что вот многовато, ребят. Блядь. Ой. Чего что? Окей. Ну чё? Ну ты чё? Иди вот, блядь. Где же тебе нахуй? Еще кто есть? А это красавцы. Ничего не скажешь. Ой, сейчас будет этот парк. Оборона это конченая. Ой. Я боюсь, представишь, сколько я здесь буду сейчас здесь сидеть. У меня нет ни замедления, ничего. То бишь, будет сейчас очень сложно для меня. Не ори ты так. Так, сейчас зарядимся и пойдем. Скучала? Гордон, я знала, что найду тебя здесь. Угу. Доктор Кляйнер в безопасности. Теперь мы можем встретиться с Барни. Там внизу командный центр. Я надеюсь найти информацию о местонахождении генераторов. Готов? Вперед! Так, я не знаю, мне надо сейчас... Да нифига тут трупов. Чё, наверное, дробовик, наверное, возьму. Долго ты чё-то перезаряжаешься, Гордон? Ай! Нифига, ты мне что, гранату от ХП-шку отнял? Неожиданно. Я чувствую, в этой игре этот дробовик самое бесполезное оружие. Больше брать не буду. Что ж, нам везет. Счетчик. Снаружи на площади стоит генератор. Сука, прям похож на мой счетчик. Ослабить хватку альянса в этом секторе. Мне нужно несколько минут, чтобы обнажить ядро. Затем ударь по нему из грави-пушки. И прикрой, если понадобится.
Здравствуйте. Присоединиться к вам, доктор Фриман. Ну давай, присоединяйтесь. Это подойдет. Че ты взял? Вперед. Блин, она коронавирусом болеет. Коронабро, блядь. Прости. Ебать тут бочек. Знаете, это как пугает много. Кстати, а тут прям неплохо. Это обустроили. Не займет много времени. Как только генератор отключится, я открою ворота, и мы сможем выбраться отсюда. Давайте-то. Обычная панель. Давай. Куда пошли? Стоять на месте. Так, окей. Суки, вы можете здесь постоять, блядь? Тупые кретины. Сука, нихуя попасть не могу. Один готов. Минус один наш. Не знаю, на что ты рассчитывал. Внешний щит готов. Нажать. Сука, патрон кончается. Твою мать. Так, надо пойти полечиться. Убивайте меня, ребят. Он минус работал на кого-то. Тихо.
Просто уходим, уходим, Алекс. Ты где? Алекс! Я побежал. Я должен успеть эвакуироваться. Она баганулась, Алекс. Все, загрузка, отлично. Ой, Алекс баганулась. Так что пришлось бежать без нее. Ой. Так, окей, загрузка прошла. А, ты не взрываешься, бочка. Здравствуйте. Ты чё? Ой, так. О, тут совсем по-другому. Да. Так. Отлично. Что, братаны? Кто первый хочет? Все? Нет больше никого? Твою мать. Ладно, не с зомби живи. Так и быть, я тебя посижу. Че? О, повезло. Вот они, наши братаны. Черт, успел. Ты кто? Блять. Живучий, сука. Держать. А ты кто такая? Блять. Чем-то похоже на Алекс. Ну, моделька, я имею в виду. Привет. Окей. Как тут ваше ничего? Я понял, тебе не понравилось, что я на тебя приземлился. Ну так уж вы... Ого-го! Кто ворчит? Ой, так, тихо.
Успел. Чувак. Блин, мне нравится этот магнум. Он прям неплохо прям. Выцеливает. Ждем. Лежать. Давай, давай. Да ты возьми бочку, ёпта. Сколько можно. Окей. Теперь поднимаемся наверх. Опух, что ли, блин? В себя поверил? Чего не появишься? Появился. Гляди-ка. Прям по расписанию. Все, можно так идти. Оп. Кто? Сохранение. Кишки. Что? А что с мостом? Эй! Сука. Что с мостом происходит? Ой, с мостом, с этим. Спать. Его капец как растянуло. Черт, нет, сука. Не допрыгнул. Ладно. Оп. Есть. На. Окей. Да ладно. Окей. Все. Сейчас загрузка будет. Побежали. Я же думал, что загрузка не будет. Ну да ладно. За Фрименом. Доктор Фримен. Барри сказал, что уже в пути. Нас рассеяли снайперы, а он в ангаре подальше. Огнем. Идите.
Тихо. Надо быстрей. Он здесь, да? Нет. Погоди, а где он тогда? Да вон там, чё он там, блядь? Почему? Я чё, не докидываю просто, что ли? Блядь. Вот тебе докинул. Все. Офигеть, как далековато он тут засел. Сука, достал этот комар. Бежать. Иду. Есть кто наверху? Помогите! На помощь! Помогите! Мы думали, тут будет безопасней. Мы и не подозревали, сколько их тут. Остальные ушли вверх по лестнице. Привет. Да ладно. Опять промах. Ты серьезно, что ли? Попал. Минус один. Привет, барни. Гордон, я не могу двигаться. Чёртовы снайперы не дают мне поднять голову. Бегу. Ни хрена он где сейчас спрятался. Держи. Гордон, сними этих снайперов. Да ладно, с первой плюхи. Сколько мне было-то? Да ладно, с первой плюхи, серьезно? Тут был прям реально неожиданно. Держи. У меня даже... А, нет, есть постановка гранатомет. Ну чё, рискнем? Попал! Хорошо, спасибо, Гордон. А теперь... Точно в цель. Ну ты чё, может ты уйдешь, что ли, я не знаю. Бежим. Давай же. Ну так давай, я ничего не имею против. Барни, где ты, блядь? Барни, сюда пошли. Барни, ко мне, блядь. Ну чё, как, блядь, собачку, что ли, тебе? Сука, даже обычный бот, сука, умнее тебе. Ой. Давай, запускай. Давай, Парота. Членство в отряде ГО всё ещё даёт мне кое-какие права. Ты слышал мяуканье? Нет. Она меня преследует. Бежим тогда, чё? Мозгососы, Гордон!
Не ной, все нормально. Все нормально. Ой, загрузочка. Опять. Компьютер. Ба, тут прям. А где парень-то? Дай-ка я найду. Сейчас я не могу гарантировать, что покровительные... Вот и пришли. Нексус надзора. Похоже, они мобилизуются. Началось. Отсюда видно ворота. Я покажу, когда спустимся вниз. Ну, кстати, здесь неплохо устроились. Нужно попасть в то здание, чтобы открыть ворота. Устройство подавления будет подавлять всех проходящих, пока его не отключишь. Что, идем тогда? Идем. Да, простите. Давай, запускай. Можно не прятаться. Нас заметили. Нас заметили. Бежим. Не ссы, получится. Так, сохраняемся. Так, сохранение. Так. Ёпта. Я бы хотел уделить внимание лично вам, доктор Фриман. Сука! Вернулся, мудак. Да как так-то, блядь? Сука, прям твари уворачиваются от этих выстрелов, блядь. У меня есть простой запрос? Нет, нет. Я бы хотел уделить внимание лично. Бежать. Ой. Бегом, бегом, ну чё ты там встал-то? Ого. Это что, и статуи? Вы вернули человечество в пучину падения. Даже если вы сдадитесь сейчас, я не могу гарантировать, что покровители пощадят вас. За службу представителю всего человечества. Учинил? Давай. Окей. Окей. Одумайтесь, доктор. Служите человечеству. Не так хорошо. Ой. Так, что, наверное, сейчас закончим на этом. Сейчас загрузочка пройдет. И закончим. О! Так, что, давайте заканчивать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставьте комментарии.
Увидимся на следующем видео. Пока.